Ну что, жалуемся? Мне трудно сосредоточиться. А спите достаточно? Я угощаю, пьем за мой счет! А достаточно это сколько? 6-8 часов. А намного больше. Одной моей подруге выписали Адерол. Она стала такой собранной. Адерол может вызывать привыкание. Что? С этим успеется. А пока вы должны сбросить 25 килограммов. Это же как сибирские хаски. По-вашему, во мне лишнего веса на среднюю ездовую собаку? Лауреат фестиваля Санденс. Такое ощущение, что все куда-то движутся, а я застряла на месте. Подождите, придержите дверь. Постарайся не бросать хлам в коридоре уже третий раз в этом месяце. Все в твоих руках. Я хожу на собеседование, но меня никуда не берут. Покажите, пожалуйста, как вы будете оказывать ребенку первую помощь. Ой, простите, похоже, он все. Мне надо стать хоть чуточку здоровее. Наши тарифы начинаются всего от $100 в месяц. Вы же в курсе, что можно бегать по улице, и это типа бесплатно. Один квартал. Я сегодня бегала. Это еще зачем? За тобой кто-то гнался? Ты сможешь. Я уже не уверена. Простите, я говорил сам с собой. Превосходит все ожидания. У моей сестры своя фирма по уходу за питомцами. Ладно, останусь. Музыка полная, отстой. Ты новенькая? Я твой сменщик Джен. Смешной, душевный, искренний. Восторг, восторг, восторг. В сегодняшнем забеге примут участие 50 тысяч человек. Я хочу пробежать Нью-Йоркский марафон. По-моему, прекрасная мысль. Ох, так себе примета. Подождите, подождите! Мисс? Ой, большое спасибо. Я эксперт по заполнению профилей. Матерь Божья. Да не так все плохо. Давай свою покажу. Знаешь, как пишется герпес? Умный, трогательный, окрыляющий фильм по реальным событиям. Мне всю жизнь говорили, что я ленивая, просто глядя на то, как я выгляжу. Я хочу изменить свою жизнь. Все будет хорошо. Мне придержали дверь. Хочешь, я придержу? Твоя жизнь стала другой не потому, что ты похудела. Придержите дверь! А потому, что ты стала сама за нее отвечать. Бриттани бежит марафон. Мы что, кругами бродим? Скоро, только в кинотеатрах.